Поисковики увековечивают память героев Великой Отечественной войны уже не первое десятилетие после ее окончания. Для поддержки и развития поискового движения в республике учреждены специальные гранты. Сегодня в Чувашии действует 16 отрядов, регулярно участвующих во всероссийских вахтах памяти. При Чувашском госпедуниверситете уже не первый год ведет свою работу поисковый отряд «Память». В названии отряда смысл всей работы студентов и педагогов. Война не закончена, пока не захоронен последний солдат. В этом году очередная вахта памяти была уже юбилейной, 10-й по счету. География поездок широка. Мы ездили в Калужскую, Смоленскую области, Тверскую и вот Ленинградскую область. В этом году впервые удалось съездить дважды. Поднимаем бойцов вот последние 3 года ежегодно. Это 17, 18, вот последний год 29 бойцов подняли. Союз, что ли, молодежи? Так это комсомольский. Отнесем, пусть разбирают его. Может быть, открыть смогут. Конечно. Там фамилии, имя, отчество. Сушить надо комсомольский билет. Память может быть и наглядной. У ребят есть свой музей, который регулярно пополняется экспонатами. Здесь не все, что у нас есть, и не все оформлено как нужно. Мы работаем в архивах, мы работаем в нашем архиве ЧГПУ. Вот сейчас у нас задание – это справочник ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников нашего вуза создать к новому юбилею Победы. Вот, например, стенд, и там это именно о наших ветеранах, наших работниках, наших преподавателях. В январе-феврале будущего года начнется прием заявок на республиканские гранты в поддержку развития поискового движения. Отряд из педуниверситета намерен участвовать в конкурсе и настроен на победу. Это будет важным подспорьем к нашей работе, потому что поисковая экспедиция – дело не дешевое, к сожалению. Едем мы далеко, за 1000 часто километров. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.